3 июня 2017 года. Что это, лето или зима, я теряюсь в догадках. Ну, что-то похожее на июнь-бря, как это модно сейчас стало говорить. Радуемся, Господи, любому погодному условию. Все от тебя исходит и тебе приходит. И наши ожидания, наши переживания. Все благодаря твоей великой милости. Какие чудеса происходят в нашем городке.